Так, у нас 4 августа 2020 год, Харьков, 5:44 по Киеву, поснимал я на загородных площадках Луну, Венеру, но тут такая безумная красота, что я просто не мог развернуться и отправиться по домам. Рельеф пейзажи, куда не бросишь взгляд, глаз радуется. Больше скажу, два глаза радуются. О, а вот, кстати, и Широт. Это у нас бугель, я так понимаю, Широт. Да, то есть лыжный вот этот подъемник, горнолыжный. Сейчас, конечно, от него толку мало в августе-то месяца. Смотри, какое поле. И все на нас смотрят. Ну не красота. Да, мы тоже на вас смотрим. Вот тебя, пожалуйста. Смотри. Сейчас сделаю. Желто-блакитный. Флаг Украины, будьте любезны. Смотри, краса какая. Резкость не поймал, жалко. Вообще, как на картине все. Так, где у нас что? Так, это понятно. Это пошел спуск Жилярди туда вниз. Там еще освещение плохое. И дымка, конечно, это городская. Добавляет нам сложности с идентификацией. Коробочки все одинаковые. Что ж ты тут рассмотришь-то? Что ж ты тут узнаешь? Так, это, судя по окрасу раскраски, Воробьёвы горы. Где они могут быть? Они могут быть на Академика Павлова, там, где консоль стоит. Да, это здание. Какая-то высотка, что-то я не припомню, где такая. Да, ты посмотри, ракурс меняется, и собственного города не узнаешь. Ну, честно говоря, в 6 утра и меня вряд ли кто узнает, пока я до ванны не добрался. Так что не будем слишком требовательны к Харькову. Но опять цветастое, что-то характерных Воробьёвых горах. В характерных раскрасках Воробьёвых гор. Ты видишь, насколько это все не близко. А это что такое, я не понял. Сейчас я чуть-чуть. Купол какой-то, что ли? А, не купол. Крыша здания такая.
плавает все в утреннем, в утренней дымке. Так, ну это турба там 100%. Я там работал. Подустал таким в раскорячку-то стоять. Ага, ну это понятно. Это у нас парус, да? Парус он, по-моему, называется. Высотка 24-этажная. Это получается Журавлёвка у нас. Опознаваемо. На нем там что-то написано, по-моему, было. Ничего не написано, ну ладно. Что у нас тут еще такого приметного? Так, Салтовская ТЭС. Теплоэлектроцентраль, да? Вот куда взялись, откуда поснимать. Ну, в принципе, некоторые так и делают. Но я уже не в том возрасте. И вообще, как представлю, туда с велосипедом забираться. Прямо. Сразу все желание отпадает. Не, ну тут, конечно, красиво, особенно когда солнце встает. Это просто супер. Какой огроменный район вообще. А вон эпицентр. Эпицентр — это значит у нас героев труда. Очень интересно. А вот то, что сейчас увидите, если не харьковчане. Не трактуйте эти превратно, это превратно. Это у нас дворец пионеров, уже не знаю, как это сейчас называется. Но это не то, на что это похоже, а обсерватория. Вон, видно как. Часть крыши выдвигается, задвигается, то есть направлена на восток, я так понимаю. По идее, должна вращаться. Так, это треугольные, это какие-то католики, по-моему. Там тоже на героев туда построились. Это, по-моему, старая 24-этажка, да? Ну, с 99% вероятность. А вот это, по-моему, новая 24-этажка, ее там недалече воздвигли. А вот то возле роддома 4-го, по-моему, да? Церковь построили, храм. Ну так, экскурсия по городу очень удобно, по-моему. Пробежались, проскакали. Это церковь, храм, как же его там? Пускай будет Владимира Крестителя. Он там с мечом стоит, наверняка кого-то крестил. Смотри, как плывет воздух вообще. Поднимается тепло. Так, это что? Это уже мы дома. Это ЖК Меридиан. Да, напротив экватора. О, он узнаваемый. Ракурс. Желтый блокитный стяг. Один, второй. Как раз возле моего дома. Ну,
Странно было не увлечься астрономией, если живешь рядом с меридианом и экватором. Хотя, наверное, должен был увлечься географией. Все на смарку. Перепутать астрономию с географией. Ну тут все. Как бы мало что можно узнать, потому что все абсолютно идентично. Идентично. Наталья Живи. Крайняя улица. Ладушки. Пока солнце нас не пожгло. Смотри, какие туманы. Хорошо. У нас 5:57 по Киеву. В Харькове 4 августа 2020 года.